Отже, як влаштувати на балконі красивий і корисний квітник? Оксана Олександрова, флорист. Ми представляємо вас у нашому ефірі. Ви знаєте все. Здравствуйте. Наша гостя – лаванда. Это символ романтической любви, романтики, нежности. Многие заблуждаются, утверждая, что лаванда растет только где-то во Франции, в Провансе. Она перекочевала уже давно, длительное время она живет у нас на юге. И растет не только на дачах, на участках, но и на балконах, на различных террасах. Мы украшаем и делаем как эталон красоты, нежности и романтики балконные участки. Провансовые получаются даже до полянки, которые служат нам как успокоение, потому что лаванда – это антисептик. Это растение, которое успокаивает, как и мята. Но мята – это наша зональная, а это гостья. Вот смотрите, вот эти вот кустики, которые вот веточка срезается, и можно поставить ее в стаканчик или в какую-то маленькую декоративную вазочку, но вот корневая система и часть кустика мы можем посадить в небольшое количество земли. Земля не нужна какая-то плодоносящая, там, плодородная, обычная земелька и немножко гравия, камешков, так как она из Средиземноморья, она любит вот такую бедную землю. И через 2-3 недели мы уже увидим малюсенькие такие побеги, которые уже способствуют потом цветению. То есть зараз самый час, ну, можно было починати и раніше, але зараз також не пізно облаштувати клумбу на балконі. Вже продається чимало квітів, але я думаю, що кожна господиня має за честь попіклуватися і про свою родину, і подумати про те, щоб в хаті було і приємно, і ще й можна було і користь отримати. Да. Тож україночки такі, з користю все. Правильно. Для родини. І тим більше, чому я вибрала іменно це растіння, так як воно дуже полезно, і спектр його цвітіння і пользы круглий год. Тобто вона вже цвіте, ми її посадили, і вона, якщо ми ось візьмемо ось ці рослинки, посадимо їх, і вони ще й виростуть і також зацвітуть. Так, да, вони зацвітуть на наступний рік, порадують нас. Веточки, які ми зріжемо з цвітом, це можна засушити, і прекрасне саше буде служити нам как антисептик от молі. Также мы можем полоскать веточками с цветом волосы от перхоти. Если стресс, если нервы, может быть, какой-то очень такой активный день был, хочется вечером успокоиться. Берете веточку цветущую, просто берете, разминаете в руках, вы активизируете эфирные масла, которых очень много в цветах. И через 5-7 минут вы успокаиваетесь, и умиротворение будет. Также вы можете от бессонницы лечиться именно лавандой. Можно сделать небольшую подушечку, або просто вот так разминать в руках. Да, либо же эфирные масла. Если у вас нет возможности иметь это растение в доме, эфирные масла есть, которые пару капель на подушечку. Все, у вас будут чудесные сновидения, у вас будут чудесные сны и спокойное такое отношение ко сну. Бессонница будет отсутствовать. Так, новоднівцям я не буду цю траву давати, тому що вони просплять на роботу. Ну, она... Чи навпаки, вони просто нормалізують. Да, нормалізують. І також, якщо ви, наприклад, любите чай, да, з мятою, то есть это прекрасная соседка мяты. Завариваете десертную ложечку, чайную чашечку такую, где-то 200-500 грамм кипятка, заварили,
и пьете, успокаиваетесь. У нас иногда приходят ребята, которые, у которых кофемашинки, и они говорят: мы попробовали попить чай, а потом думаем, почему бы не кофе. То есть засушили пару веточек цветущих, смололи, измельчили вместе с кофейными зернами, и прекрасный аромат. Нічого собі. Да. Скажіть, будь ласка, а який бік вона любить, сонячний чи навпаки за тінь? Значить, растіння дуже неприхотливе, росте як в тіні, так і на сонці, але предпочитає сонце. Она на сонячне... Наше спекотне південне сонце. Іменно южне, такі, от якщо вона родина її Середземномор'я, Прованс Франції, там, де є скали, гори, і от вона як би создає таку долину прекрасну, романтичну. Ми дуже багато картин бачимо з провансовими полями. Вот растение, которое нежное, 50-60 сантиметров ростом, да, вот небольшая романтическая такая цветущая полянка, но думаем, что там миллионы кустов, а она может разрастаться до 2-3 метров, именно вот этот малюсенький кустик. Правда. То есть 2-3 года, и она роскошно разрастается, а потом роскошно цветет. Скажите, пожалуйста, как часто потребно поливать, как она ставится до полива? Очень умеренно. Если вы хотите на балконе, в комнате, в коридорчике, где-то в уютном таком месте, но прохладном, вот акцент на то, что она любит все-таки прохладу, полив раз в недельку – это весенне-летнее время, осенью и зимой ее только-только буквально увлажняют для того, чтобы она не пересохла и чтобы перезимовала время вот отопления. Скажите, будь ласка, що ще з рослин можна посадити на балконі для того, щоб і радували вони око, і були корисними? Я маю на увазі, звичайно, спеції. Угу. Значить, к спеціям, сусідкам лаванди можна віднести базилік. Базилік прекрасно використовується к м'ясу, к рибі, і також прекрасно він росте на балконі. У нас зараз дуже модні тенденції балкон на кухне или кухонный как бы дворик. То есть балконники или маленькие какие-то вазончики высаживают, в них специи. Это базилик, это розмарин, это различные салатики, даже руккола. Некоторые сорта выдерживают нашу жаркую, вернее, сухость. Вот жару они могут выдержать, но вот эту сухость квартиры, если кухня, там постоянно льется вода, постоянно идет увлажнение. И еще хозяйки любят проветривать помещение, то кухня – это прекрасная зона для наших специй на балконе. Ну и кріп, петрушечка, цибулька – це ж… Да, это наше зональное, но оно более прихотливое. То есть вы можете даже посмотреть по структуре веточки. Чем более структурная и плотная вот веточка, тем более она неприхотлива. Если укропчик или петрушечка, они начинают падать, увядать. Где-то не полили, все, она начинает мучаться, да, и умирает. То лаванда стойко стоит и держится до полива. То есть она живет этим таким небольшим поливом. Я вам дякую за таку атмосферу спокою і романтики, яку ви створили ось цим букетом зараз у нашій студії. По ній розливається такий пряний аромат. Я думаю, що він зараз, ви також відчуваєте оце лавандовий присмак нашої програми. І я дякую Оксані за те, що ви звітали сьогодні до нашої студії. Ви можете поділитися своїми побажаннями і настановами із нашими глядачами. Я желаю всем сегодня лавандового настроения, прекрасного, чудесного дня. И успокойтесь, живите в гармонии, любите и радуйтесь лету. Лето – это прекрасная пора цветения и также процветания наших душ. Всего доброго. Дякую вам, Оксано. Доброго ранку і приємного продовження дня і робочого тижня.